телеканал НТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Внимание, сильный ветер. В Махачкале на проспекте Акушинского дерево упало на припаркованный автомобиль, задев линии электропередач. Быть бедным стало дороже на 0,7%. В Дагестане снова рост цен на продукты питания, стройматериалы и услуги ЖКХ. Частичка старины. Семья из Дахадаевского района организовала в собственном доме частный музей. И снова рост цен. Инфляция в Дагестане составила 0,7%. Из продуктов питания всего подорожало сливочное масло аж на 7,7%. Увеличилась также стоимость мяса, яиц и сахара. Среди непродовольственных товаров существенный рост наблюдался на бензин на 12%, табачные изделия и строительные материалы. В группе услуг наибольший рост цен в январе отмечался на услуги ЖКХ, связи и образования. На 8 миллиардов вырос долг Дагестана за газ при Владимире Анастасьеве. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев в интервью агентству ТАСС. По его словам, за время работы арестованного директора газовой компании долг региона вырастал по 4 миллиарда в год. Напомним, Анастасов был задержан в декабре 2018 года. Он подозревался в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и причинении имущественного вреда. А накануне был также задержан один из его заместителей Даниил Бекбагаудинов. В Дагестане закроют еще более 20 кирпичных заводов. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии республики. К 1 января этого года были закрыты 23 предприятия, которые находились на территории Каспийского и Карабудахкенского районов. Основанием для закрытия послужило несоблюдение экологических норм и негативное влияние на окружающую среду и воздух. Так, накануне стало известно, что их количество увеличится до 44. На участках, где располагались заводы, будут проводить рекультивацию и восстановление земель. В целях недопущения дефицита кирпича в республике проведена инвентаризация месторождений кирпичных клин и ведутся поиски инвесторов для строительства современных кирпичных заводов. В республике ожидается усиление ветра. Уже есть информация о первых ЧП. В Махачкале на проспекте Акушинского от сильного ветра дерево упало на припаркованные автомобили, задев линии электропередач. Отметим, в столице республики ожидается ветер от 3 до 20 метров в секунду. В приморских и низменных районах от 5 до 20 и в предгорных и горных от 10 до 17 метров в секунду. Просьба населению. Быть осторожными, бдительными, следовать нашим рекомендациям. На улице находиться подальше от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, баннеров. Если же вы попали в экстренную ситуацию, звонить по единому номеру службы спасения 112. Опасное насекомое может пробраться на территорию Дагестана. Муха-горбатка. Так называют карантинного вредителя. Случаи обнаружения вредителя были зафиксированы сотрудниками Россельхознадзора при досмотре фруктов, привезенных на территорию России из Турции и Германии. Муха-горбатка представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности России. Она также очень опасна для человека и животных, так как является переносчиком холеры. Насекомое способно поражать фрукты, овощи, муку, сыр, вяленую рыбу и сою. Постпредства Дагестана в регионах страны будут привлекать бизнес в республику. Вопросы сотрудничества обсудили на презентации, которая прошла накануне в Москве. Говорили о проекте «Территория опережающего развития», куда вошли города Каспийский и Дагагни. Это яркий пример такого государственно-частного партнерства, когда обе стороны и несут определенные риски, и имеют определенные интересы в реализации этих проектов. И я думаю, что именно этот формат должен найти отклик у предпринимателей и получить свое дальнейшее развитие. Отметим, что особый правовой режим ведения бизнеса, установленный в Каспийске и Дагестанских огнях, позволяет городам привлечь новых инвесторов, создать благоприятные условия для его развития. Поскольку предприниматели, имеющие статус резидента территории опережающего развития, получают ряд льгот, в том числе и в виде налоговых послаблений. В республике введены изменения в 94-й закон, который позволяет предоставлять землю крупным инвестиционным проектом без торгов. Изменения в части упрощения этого закона. И вот эти все вот эти меры мы принимаем для того, чтобы максимальное количество инвесторов приходило к нам в республику.
Дагестан занял 69-е место среди 85 регионов, вошедших в рейтинг по качеству и благоприятности условий для жизни. Аналитики оценивали субъекты по 70 показателям. Так, первые позиции заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Каждый из них набрал 70 и более баллов. Дагестан в сравнении с 2017 годом поднялся выше на 4 строчки. Тревожная новость идет на дершах. Открывают мероприятие символичной сценой спектакля Цахила Камалова «Хан Муртузали». Диалог отца и сына о предстоящей обороне от нашествия не смог не вызвать живых эмоций у зрителей, которые буквально заполонили зал театра. Конкурс стихов собрал большое количество представителей лакского языка и даже достиг международного масштаба. У нас конкурс взял охват международного класса. У нас есть участник из Индии, индус, у него мать лачка. Он на лакском чистом проговорил стих и занял второе место. Всего лишь за 14 часов он набрал все эти голоса и вышел на второе место. И также была участница из Америки, американка была участника, и еще была участница армянка, которая не знала язык, но прочитала стих. Площадкой лакского творчества стала социальная сеть Instagram. Ее посредством количество участников дошло до 400 человек. Жители разных сел и возрастов решили проявить свои способности. Самый взрослый из них – 95 лет. Как итог, награждают и самых маленьких, и тех, кто постарше. Лучшие определялись количеством набранных лайков. Победителей 10 человек. Одной из них стала Диана Курбанова. Стихотворение военной тематики актуально во все времена, считает конкурсантка. Я выбрала это стихотворение, потому что оно посвящено войне. Оно посвящено парню, моему односельчанину, который был очень молод, и он погиб на войне. Это стихотворение написала его тетя. Я даже не думала, что я смогу выиграть. Очень волновалась. Призовой фонд 150 тысяч рублей. Он будет разделен между 10 победителями. Но главная цель конкурса – это популяризация языка. Наши предки были готовы воевать за свою родину, были готовы защищать свою честь и традиции. А поэтому самая малость того, что мы можем сделать сегодня – это сохранить культуру и язык. Хадижа Курбанова, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Частный музей организовала у себя дома семья из села Кищада Хадаевского района. Уникальные экспонаты, которые Ахмед и Патимат собирали не один год, увидела и наш корреспондент Луиза Раджабова. Есть слово. Музей творческой семьи начинается сразу за воротами. На улице под навесом различные предметы старины. Это деревянные колеса от телег, две доски винтажного сундука. Но это еще не все. Особое место в коллекции занимают старинные расписные тарелки. Для них в доме отведена отдельная стена. Узоры самые разные. Многие из них были повреждены. Пришлось реставрировать, признается хранительница музея Патимат. Больше всего нам нравится вот эта тарелка и вот эти три. Их коллекции может позавидовать любой краеведческий музей, а крепкому браку – каждый. До перестройки жили в Узбекистане, потом все же родная земля опять приманила. Патимат сразу хозяйка, главная затейница и куратор выставки личного музея. Муж, в свою очередь, поддерживает идею и помогает с находками, чтобы сохранить историю для будущего поколения. Сели мы в самолет, было так интересно. Приземлились в Ташкенте. У нас было 300 рублей, которые нам дали родители, на которые мы и уехали. Потом мы вернулись. Была перестройка. Стало сложно, да и все равно тянет на родные земли. Она была моим другом с детства, еще со школы. Здесь, как в машине времени, соединились предметы быта разных лет. Большие глиняные кувшины, украшенные древнейшими мотивами, ромбом, завитками, образующими архаичный растительный орнамент. Настенные блюдца, маслобойка, весы и непростая трость с особым секретом. Когда никакие инструменты не были, ничего не было, смотри, он как он делал, каким узором. Еще вообще у него какой секрет. Смотри. Коллекция Патимат очень огромная. Всего таких кувшинчиков и тазов различной формы у нее около 200. Изюминкой коллекции является вот такой вот красивый сундук. Ей и подарил муж. На 25-летие привез из Узбекистана. Кроме огромных горшков, здесь можно увидеть важный экспонат. Кувшинчик со стихами. Еще один подарок для Патимат. Бурка андыски, читаю. Андыски бурку я. Хабал чим ладухара. Это мерка чим
один, это три висоти снег, говорит, три вот такой снега. Дуколка на рахура. Это плетье у тебя тонким плетьем идти, говорит, да. И киллала хальбахара, чтобы узнать друг друга, любовь, что ли. Ну, как можно понять? Вот, вот такие любовные, вот это интересные стихи. Покупали, собирали все детали у соседей и в окрестных селах. В итоге получился настоящий музейный дом на фундаменте истории, культуры и любви. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Киша. И о спорте. 7 золотых медалей из 10 возможных завоевали вольники из спортивных школ Махачкалы на чемпионате Дагестана. Схватки в 10 весовых категориях проходили в течение 3 дней. В отсутствие первых номеров на турнире присматривали ближайший резерв. Основная борьба традиционно развернулась между спортсменами из Махачкалы и Хасавюрта. Победу столичной команде обеспечили вольники из спортшколы имени Гамидова. У них 5 золотых наград. Борцы, занявшие с 1 по 5 место, войдут в состав республиканской сборной для участия в апрельском чемпионате СКФУ. Те ребята, которые сегодня здесь выигрывали, если они, хоть двое из них уже будут в составе сборной страны в этом году, конечно, это хороший результат, хороший резерв, и значит, есть откуда брать. И для нас поддержка, можно сказать, замена, можно сказать, для сборной команды. А дзюдоист Ибрагим Гаджи Сулейманов стал обладателем серебряной награды Кубка Европы. Турнир среди юниоров и юниорок до 21 года проходил в Санкт-Петербурге. Сулейманов поочередно одолел соперников из Белоруссии, Венгрии и Таджикистана. А в полуфинале подопечный Руслана Гамзатова был сильнее соотечественника Абубакара Гайтукаева. В схватке за золото наш спортсмен уступил другому россиянину Мирзо Шикуриеву из Иркутска. Напомню, что в прошлом году воспитанник дагестанской школы дзюдо выиграл первенство и Кубок Европы в этой возрастной категории. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи.